Мама, мамулечка, ну не надо меня отдавать в больницу. Я не хочу без тебя, я боюсь. Я знаю, что я заболела, мам. Я много кашляла. Это потому, что я много гуляла и замерзла. И еще я немного ноги промочила. Они были мокрые и носки мокрые. А потом у меня заболела голова. Мне померили температуру. И у меня уже была большая температура. И даже горло болит. Я даже не могу кушать. И не хочу. Тетя врач сказала, что нужно ехать в больницу. А я боюсь. Там же не будет моих игрушек, моих любимых кукол. И еще я не смогу кататься на велосипеде. Главное, мама, там же не будет тебя. Ну, пожалуйста, не оставляй меня. В больнице будут делать укол, я боюсь. Ма, ты слышишь? Я хочу только с мамой. Уважаемые родители, на базе Череповецкой детской городской больницы с января 2015 года работает проект «Малыш, ты не один». Этот проект в первую очередь призван помочь детям, которые оказались в больнице одни. Это могут быть дети, от которых отказались родители. Это могут быть воспитанники дома ребенка, а также дети из обычных семей, с которыми мама по какой-то причине не может находиться рядом. В больнице эти малыши получают необходимую медицинскую помощь, но им не хватает заботы, любви и ласки, которые в обычной ситуации дарит мама. И тогда к ним приходит наша няня, которая в течение дня жалеет ребенка, обнимает, читает ему книжки, с детьми постарше лепит из пластилина. Она делает все то, что делала бы мама, находясь рядом с ним. В настоящее время у нас работают три няни. Это действительно женщины с очень большой и доброй душой. Они вкладывают всю свою любовь и заботу в этих детей, относятся к ним, ну, наверное, даже как к своим детям. Уважаемые горожане, я работаю в Череповецкой детской городской больнице. И в моем видении грудное отделение, то есть там, где детки лежат от 0 до года или полутора лет. И очень часто бывает так, что дети поступают к нам без мам. Это или дети-сироты, или дети, у которых мама не смогла лечь, ухаживать за этим ребеночком. Конечно, эти дети в первые часы пребывают просто в стрессе. Они очень много плачут, они даже отказываются от еды. И представляете, вот малыш поступает в отделение, новые незнакомые люди вокруг него, новая обстановка. И к нему приходит улыбающаяся добрая нянечка, как мы их зовем. Она его возьмет на ручки, погладит по головке, она его накормит, она переоденет ему одежду. И целый день она занимается с этими детьми в палате. У нас есть и музыка, специальный проигрыватель, есть диски с музыкой, с детскими сказками. У нас много игрушек. Да и само доброе слово ребенку, и то, что его на ручки возьмут, приласкают, все это сказывается на том, что ребенок быстро осваивается, он быстрее поправляется, он быстрее адаптируется. Наш медицинский персонал не может уделить им достаточно внимания, потому что они выполняют в основном медицинские манипуляции, обследования, проводят лечение, назначенное врачом. И, конечно, в такой ситуации наши дети, как мы их называем иногда больничные сироты, они очень сильно страдают. И поэтому проект «Малыш, ты не один», который начал работать с января 2015 года, нас очень порадовал. Мы были рады, потому что к нам пришли люди, которые душой тянутся к детям. Они пришли не по чему-то приказу, а это очень милосердные, добрые люди. Но основные требования, которые мы предъявляем к специалистам проекта, это большое желание работать с такими малышами, потому что это трудно, они плачут, они требуют к себе внимания. Это надо обладать большим, наверное, даже терпением, потому что это тяжело. Требований особых к образованию нет. На летний период проект «Малыш, ты не один» готов принять одну няню для работы с нашими малышами. Желающих попробовать себя в новой роли, просим обращаться в фонд «Дорога к дому» или по телефону 20 14 65.